Всем привет и добро пожаловать на канал Video Games and More. И сегодня мы играем в Paragon. На очереди у нас Фэнг Мао. Фэнг Мао будет боец. Посмотрим, если будет возможность, буду в лесу стоять, а пока что на линии поставлю, на любой линии боец. Для Фэнг Мао есть колода. Значит, видимо, она у меня недоделанная немного. При отражении основных атак. Вот, не знаю, насколько это хорошая карта и отражение основных атак. Беру мод. Вот молот. Защищается среднюю линию. Левая, правая. По-моему, все пошли на линии. Я пойду в лес. Красное усиление кто-то там хочет. Хочет, но не получит. Поздно. Значит, пойду в другой лес, раз здесь кто-то там уже начал фармить. Немного я задержался. Скашивающий бросок. Скашивающий бросок буду первым качать. Догонять. Или убегать. 700 дальности, единица, наносит урон и широкий взмах 10% физическому урону добавляет. Будет увеличенный урон. Следующая подсечка. Круговая атака по области. Физический урон наносит и замедляет противника. Подсечку буду тоже качать. Вот, вторую возьму ее. Наполучал урона уже довольно много. Всего лишь убил два стака миньонов. То есть колода не совсем предназначено для того, чтобы в лесу фармить сейчас. А, вот широкий взмах. Так, нужно на базу лететь. Конверсионный щит. Также накладывает способность накладывает броню дополнительно 75 единиц. Ну, щит буду качать в последнюю очередь. Сейчас нужен урон. 75 единиц. Неплохо, конечно, но... Хотя выживаемость это довольно хорошо. Все же возьму конверсионный щит.
Лес весь зафармлен. Ну вот химера выскочил. На химеру можно и напасть. Отлично, и даже добил. Неплохое начало получается. Химера странно, конечно, себя повел. Хотя вот еще прибежал один. Не спрыгнул все же ко мне подраться. Иги и Скорч. Ну и правильно поступил. Конечно, нагло. Наш пустой весь. Подзаработать его. Так, подсечку качаю в приоритете. Хотя сейчас возьму конверсионный щит, посмотрю, сколько он дает. В два раза увеличилось количество брони, которое он дает. На начальной стадии просто, я так подумал, это неплохо, потому что всего здоровья 700, а тут еще 130 во время боя можно получить. Сгоняем на базу, возьмем урона немного. И возьму, в принципе, вот эту пассивку. Она хороша, даст шанс критической атаки. И урон. И возможно, если будет блокировать урон от миньонов, то в принципе эта карта будет, можно даже брать ее, чтобы стоять и не бить на базу. Сейчас, может быть, станет легче. Ультимейт. Землетрясение. Клинообразная атака по области. Наносит урон и накладывает на себя щит. Только что-то слишком мало. Физический урон в количестве 33,5 единицы. Что-то мало. Я помню, Фэнг Мао своим ультимейтом столько урона наносил, что... Неужели с последним патчем отменяли предназначение? Атака по области, вроде бы все так. Как видим, карта с пассивкой мне не помогла, значит, от миньонов она не блокирует физическую атаку, основную атаку. Блокирует только от героев, если они будут бить без спелов. Так, значит, еще щит прокачаю. Ну, пускай выживаемость будет максимальная. На линиях все тихо, мирно, поэтому, ну, вот на центральную схожу. Потому что никого здесь нету, и миньоны вражеские довольно близко. Щит прокачаю. Потому что я очень часто умираю по статистике. Да, сейчас я щит не использовал. Иги Скорч выскочил неожиданно. Навалял мне. То есть
Это я так когда-то собирал колоду, тестировал. При горении скорость атаки увеличивается. Вот, отлично. Раз и гискорч, вот это обязательно возьму сейчас. И пойду даже на центральную линию, если будет свободная. Вот. При горении будет очень помогать. Интересно даже будет. Я еще ни разу не играл с картой, которая при горении вот так помогает. Так, вражеский фангмал. Ага. Они меня увидели. Прекрасно. Пускай я не убил, но я хорошую помощь или как основной урон внес. В общем, очень в данном случае я был очень полезен. И сам не умер. А сейчас нужно делать ноги. И, кстати, сработала пассивка карты ускорения. Отлично. Есть польза от этой пассивки. Единственное, вот союзник не пережил этого боя. Твинбласт у нас часто умирает. Вот кто-то написал, видимо, что он нехорошо поступает. Возможно, конечно, стоило брать стандартную колоду для фангмаба, если бы я знал, что у меня такая недоделанная колода. Ну, карта хорошая попалась против как раз вот Иги Скорча. То есть я, получается, буду иметь бонус бега и смогу убегать от ультимейта. Грукс. Попробуем. 240 единиц брони. Максимальный конверсионный щит. Вроде неплохо. Попал. Это неприятно. Совсем люблю такие ультимейты. Да, враг. Догнать, попасть. Ну, то есть не приносит. Вот мана закончилась, поэтому фэнгмао колода на ману, один набор карт на ману пойдет. У меня как раз там есть что-то такое. И там вампиризм какой-то дает, поэтому тоже интересно. Будет ли ощутимым он настолько, чтобы здоровье в лесу не нести?
Иди, Скорч. Откуда он здесь появился так неожиданно? Вот в этом и минус, когда собираешься стоять в лесу, если у тебя колода для этого не предназначена. Так, кажется, совершил ошибку. И вот сбросил молот. Теперь у меня по атаке совсем будет все кисло. А сбросил молот, потому что нажалось. Тут нужно для подтверждения, когда выбираешь именно карты, нажать квадрат на джойстике. А если не нажал квадрат и просто перетащил вниз и выбрал еще, как я, молот. А я хотел его выбрать, чтобы его прокачать, там еще купить карт дополнительных. Получилось, что я поменял на вот этот с вампиризмом карту. И все. И сбросился молот, а назад его взять нельзя в этом раунде. Хорошо, хоть критический шанс критической атаки стал довольно большой и немножко не компенсирует, конечно, но не так болезненно потеря карт на урон. И карта, которая при горении увеличивает скорость бега, она почему-то неощутимо увеличивает его. Хотя 160 довольно много. Потому что и скорость все равно меня нажигала, и у меня скорости недостаточно было, чтобы убежать от него. Вроде вампиризм присутствует, потому что здоровье у меня держится почти полное. То есть пассивка там неплохая. Попробую выскочить на центральную линию. На Фангмао. Так, у нас в лесу кто-то тоже там беспределит. Мазал снова. Хорошо, получилось удрать. Мой ультимейт промазал, а у Фангмао как раз наоборот попал. Так, возьму клинок Агоры, он хотя бы урона добавит. И громовой удар, скорость атаки тоже можно взять. Ох ты, ёпрст, снова так это получилось.
Нажимаю ультимейт, когда... В общем, не подходящий момент, и все. Противник разогнался, улетел, а я ультимейт использовал. Убежал. А если бы попал, может, шанс был бы убить. Хотя, конечно, у Грукса вот, возможно, ну, способность убегать отличная. Фэнмао сильный герой, мне нравится. Играть, конечно, за него нужно учиться. И нужные карты подбирать. То есть нужно посидеть с колодой. Не так там, как это у меня было, на урон собрано и все. Урон это, можно сказать, универсально, если ты, конечно, быстрее всех карт собираешь, то ты будешь всех бегать и убивать в любом случае. Вот же засранец. Ну все, вроде бы должен убегать. Да. Ого. Еще и Мёрдок хотел меня застрелить. Ой, я надеюсь, там за это накажут. Немножечко маны регенерации добавлю. Так, и шанс критической атаки или атаку просто физическую. Как раз клинок Агоры нужно закончить, чтобы критические атаки были гораздо сильнее. Но я, как всегда, сдаваться не буду. Даже напишу нет, чтобы не было соблазна. О, мало. Это хорошо. Ничего, вышку потеряли, зато я Фунгмао убил. Так, нужно на левую линию идти. Главное, чтобы бойцы не сдавались заранее, то есть, как это они часто делают, если не по ихнему, то есть они хотели сдаться, а мы вот, нажали нет, отказались, то те, кто хотел сдаться, берут и сидят, например. Сидят, нифига не делают на базе. Да, вампиризм не помогает. Но этого следовало, конечно, ожидать, потому что линии пропущены, и что эти засранцы у нас в лесу где-то бегают. Не досмотрел я в правую сторону, там где вход был. Я как раз об этом думал, что противник может выскочить оттуда. Но в нужный момент не досмотрел.
Брукс почти убил Фонгмао. Почему не убил? Ну только не под башню. Но. Хорошо, молодец. Не стал камикадзе. Так, что, неужели подтормаживать начало? Да не, вроде. Хорошо, ингибитор не сломали. Нужно защищать правую линию. Все у нас погибли, кто где. Грукс что-то назад пишет, назад, он ведь на базе сидит, он, видимо, решил все, сдаться, то есть не выходить с базы. Такие принципиальные ребята, то есть раз Парагон не дает возможность ливнуть из игры, когда тебе не нравится игра, они сидят на базе. Смысл такой же, что ты не участвуешь в игре, и в принципе составы уже не равны. Притормаживать периодически. Ну, видимо, надо сдаваться. Сейчас еще все сдались. В общем, не получилось показать хорошую игру за Фунгмао. И все сдались заранее, и... Ну, надо карты подобрать. Накосячил с молотом в начале. Вот. Вот такая вот игра получилась. Спасибо за внимание всем. Всем всего доброго. Пока.